сверху майна. Это он меня, видимо. Нет, он меня, видимо. Мне кажется, он к нам побежал, не? Не-не-не. Он к нам побежал. Как дела, как дела? Это новый Кадиллак. Роман, вы что? Я тут бегаю. Рома, я твой денег ты завела. Хорошо, спасибо большое. Yes. Я заставлял его сос... тише, тише. Да все, я молчу, В библиотеке сажусь. На улице. На балконе. Я сейчас помогу. Ой-ой-ой. Прости. Батя, че вы здесь-то? А, хорош, брат, так-то лучше. Можете дозавести, кстати, ген. Блять, как же у него все плохо. Я рядом. Я разгибал. Да? Я на ворота сразу. Которые главные. Поехали. Поехали. Ах ты, сука. Узнали, согласен. Блять, как это получилось? Кто понял? Я не понял. Я уведу с Гена, можешь попробовать завести. Нет, ладно, я не уведу с Гена. Я спасу. Ты шо, Ган? Нехороший человек. Балбесик. Привет, Light of the Future. Блять, бегу, куда глаза глядят, ей-богу. Земля. Все, я это выйду. Оно же закончится? Я спинку не поставлю. Не надо мне спинку ставить. Не, надо туда. Все равно на мне останется. Ну, нет, вот сейчас надо было бы, но... Не, ладно, он... не надо. Не надо. Да ёб твою мать, я когда говорю не надо, я зачем говорю? Не, ну тут надо, вот тут не надо. Не надо, слышишь? Слышу. Я как будто бы сейчас уже падаю. Ладно, как будто бы и не падаю совсем. А вот что там улыбаемся. За стеночки так встал, короче, и он там сам себя перефейкал. Ты все, ему я нужен. Ты заводи лучше. Вот теперь я падаю. Или не падаю? Не, как будто бы еще и не падаю до сих пор. Я как будто бы даже добегаю до этого окошка, представляете? Ну что, скоро тебе это надо. Я как будто бы снова не падаю. Да ты шо? Я везучий? Да нет, я просто это... Подкрутил. Сильный не тот, кто сильный, а тот, кто играет в ДБД уже 5000 часов. Безумно можно быть первым. Беги. Безумно можно через стены. Он летит в лач. Вот я за лач. Окей. Скилл не подкрутишь, Оль. До половины. Опа. О, я не, я думал, он сейчас пробьет на самом деле. Меня носит. Не готов. Окей. Да, все, пойдем. Привет, агрессивник. Давайте проверим, она ничего на еду. А!
Ой-ой-ой, тихо-тихо, братик. Хорош. Я даже здесь услышал, как его палка замахнулась в мейне. Ох, приходи, блядь, в мейн. Блядь, что, ладно, творит этот? Не приходи в мейн тогда. Ну или приходи в мейн, я тебя похищу. Сами. Ну ладно, не сами. Приходи в мейн. Мы тут, знаете ли, сами своего города. Хорошего стримера, Мушка. Хилите ли? Спасибо, Скинди, большое за поддержку. Спасибо огромное. Там, где хилимся, там и мейн. Все, не еби голову. Так, я мейн додаю, а... Да-да-я. Заводите, голубцы! Так еще один, не парься. Я подождите, просто говорю, заводите. Операция выполняется. Давайте вот в этой палетке будем помантить. Если у кого есть желание, кинесмарт начался. Да? Я не могу. Я занята чисто на важным делом. Фильм погибель на последнем блядь, дне. Что происходит? Руин который? Да. Который погибель, Кирилл. Дань, где заводит? Недалеко, но у меня. Бля, ты объяснил? Нашел. Там, где бегает Рома, не надо смотреть. А я вот, если честно... А плачок есть, Ген? О, Ген. Два. Так. Здорово, Хаванс. Привет, ты красивый. Привет, Костя. Ты тоже, кстати, ничего такой. На кладбище иду ворота. Лечу, точнее, на спринте. На адреналине. А, лечу, кстати, 5 секунд, а вот скоро буду 3. Держу в курсе. Ну, это сотый мор, наверное. Сотый мор, да. Привет, инфанта. Ром, ты перетягиваешься на ворота? А где ворота еще раз? Ну, которые дальние, где кладбище. Где статуя имеешь, да? Да, оно. Статуя. На фумор. Я перетягиваюсь на статую кладбища. А, я прям на статуе. А, все, вижу ворота эти. Это бельбеляс. Бля. Рома, бля. Около лачуги. На Рому полетел сразу. Да. Ну все, 5 генов. Да хуй, блять. Ахуй, блядь, так тебе нравится? О, спасибо, Савканик, за поддержку. Спасибо большое, Савканик, за поддержку. У него, у него стойкий. Там, наверное, еще и детище света, да? Хорош, блин, простите, пожалуйста, я на ген привел. Как же ему похуй на ген? Ты что там, стримеры все? Дело чистое. Ой, хорош! Я вообще не ожидал, что я успею. Я тоже не ожидал. Настолько я в тебя верю. Ёбаный рот, что у вас там происходит, а? Ну он просто на одном пятаке, вот где-то вот, поезд вот, упавший, вот. И, по сути, Тригена отбегал. Все, просто чемпион. Человек. Да, был бы бабой, дал бы ему. И ты мне и так дашь. Да? Базаришь по факту. Базаришь по факту. Просто базу. Я, походу, здесь лишнее немножко. Ну, как сказать, Валтория? Сейчас Тригена учила отлетиться. В натуре, слушай. А он АФК стал. Ну все, ну, типа, конечно. Это не защита. Хотите кулспорт?
походу зеленый доктор. Давай, Катюха, драники негодные попались, и шо? Не, я сегодня ехала на маршрутке домой. Ага. Меня вез священник. У него литературно написано на бейджике, что он священник. Ага. Аллилуйя, братья. А, и каждый, кто выходил, он ему желал здоровья и хорошего вечерочечка. Какой прекрасный священник. Вообще просто. Химиотерапия. Священники все-таки святые люди, блин. Горячие достаточно. Я в полете. Я слева от моей. Не скидывай, зачем? Не нет, это же лачуга. Уйди. Нормально. Я не скинула. Так, аккуратненько. Он там идет. Что? Я думала, она будет прозрачная, типа, ладно. Она не прозрачная. Ты тайминг чуть не поломал. Да нормально там все было. Ебать, что? Ну только ж, блядь, не в стенке. Все, не в стенке, Медилин, выдвигайся уже, беги! Ладно, не беги. Еще не беги. Летит, летит, летит! Ящик вяленой щуки так заказывают? Заказывают так? Девочки, у нас проблемы. Да ебать, а что такое? Лечи меня, меня люди ждут. Я в палетке. Моя жизнь в твоих руках, давай. Главное не спалиться. Ой, девочки, ох ты. Ну что, не переживай, нормально все. Не переживай, нормально все. У меня все под контролем. Не переживай, все хорошо, Медилен. У меня все еще под контролем. Что, заводить, да? Пока Адрик работает, крюка. Хорош тайминги. Меня не забудьте только, пожалуйста. Не забудем. Никто не забыт, ничто не забыто, Медилен. У него какой-то тотем. Так я говорил вам. А вот с кем на косарь забьемся, что мы сейчас сломаем его, это будет проклятая земля. Ладно, смотрите, все, ломаю тотем. Просто вангую. Может, не надо? У нас там вторые ворота не открыты. Короче, если там проклятая земля... Ладно, я пока что не проверю. Не ломай, ты уж говори, ломай, ломай, я сейчас сломаю, блядь. А кто говорил? Я держусь, ломаю. Вы думаете, меня дважды просить нужно? Мы снимаем, нет, или мы так чисто рядом? Ну я тотем ломаю. Ломай вовремя, давай. Ломай, ломай, блядь. О, ну ладно. Я не косарь. А кому, блин? Я ни с кем не спорил. А можно вопрос, чтобы ясность внести сразу? Давай внесем ясность, задавай вопрос. Да, это тебя Фламби набить хотел на левое плечо? Он просто постоянно говорит об этом, я хочу... Слушай, мне казалось, он на поясницу меня набить хотел, на левое плечо не знаю, может кого-то другого. Между картошкой и картошкой, да. Ой, это вообще неприятно сейчас было. Вот это да, совсем... Так, а почему на мне опять эта херня? Так она вроде не пропадала. Нет, он меня по сути стрелял, она должна была пропасть. Где? Но я пока не настолько разбираюсь в тонкости. Нет, когда хит получаешь, он не пропадает. Так вот в том-то и дело, что она пропадает, чтобы не пропала. Короче, анекдот. Кто не засмеялся, тот лох. А теперь анекдот идет без руки, никого не трогает, Ромчик, если не против, еще трогай. Какие-то поддончики. Спасибо, Байчик, за поддержку. Оп, заборчик ну, помешал. Развел его, развел жестко. Так, снова, да, двухэтажка закрылась. Еще не на угол. О, он меня ебать идет. Понятно. У меня ген был, короче, если смотреть на мейн, на вот эту лаву слева, в уголочке, откатывается сейчас. Я подберу его дальше. А, мне кажется, он... Тебе не кажется. Не
дошел до своей... какой классный гвардейр. О, 69-й легион, кстати. 568 часов и 69-й легион, чего? Только на нем играет, что ли? На втором этаже. Торговочка. Вообще неприятно, если честно, неприятно. Как, где террор? У тебя террор, блядь, где? Нет! Ах ты ж. Лови еще бутылочку пивка. Только не уворачивайся, как мальчик. Ай, молодец какой. Спасибо, бабай. А твои стримы так балдежно мозаику собирать? Фига себе. Душа это вот этого что? Да. Садись, ищенить. Давай, сильный адреналин. Что она это перепутала, по-моему. Спасибо большое, Бабаич, за поддержку. Я понял. Ой, как это хорошо. Тебя на слычуге прям выползти. Чтоб я, если что, затейвить мог. Надо, пузо-пузо. Не успеешь. Стенка сейчас возьмет. А что это? Это был сейф? Да, наверное. Это был сейф. Я себя. Простите за мой фантом. Мне спинку можно дать будет? Я уже не знаю. Я тоже не могу заброски. Блядь, что творит этот стример нахуй? Ой, какие хорошие катки, я в шоке. Так, 79-я, кстати, охотница. Слушайте, горячий наед я сразу ломаю. Это Анрё. Анрё? А вдруг это проклятая земля? Да кого это волнует? Это никого не волнует, ломай. Абсолютно никого. Кажется, падаю. Да. Я сниму тебя за сейв. Ну я падаю в колесе, мало ли кто. Люблю, когда ты улыбаешься. Отлично. Хорош. Спасибо большое, Крузбайту, за сейв. Спасибо большое, Ангестальту, за клевую музыку в моем плейлисте. О, спасибо большое, спасибо. Уги все благодарны, я не могу. Я около крюка практически. Ну что за мужчина? Я не знаю вообще, что за тейвер этот Крузбайт. Простите. Извините, пожалуйста, извините, я напугалась. Надо похилиться, наверное. Просто такой фейл, давай. Я чувствую, когда не маньяк пугает, а сурвы. Не то, чтобы Джейн Ромеро страшная. Ну. Чуть-чуть там. Заводите глупцы. Глупцы. Она же булочка. Джейн булочка, да. Кажется, она как будто бы... Депнулась? Нет, не депнулась. Не, все, за мной. Что-то он там фейкает у тебя. Ну, какая-то странная, Анрё, полупешая какая-то. Полупешая. Полуходячая. Вы же заводите, да? Да. Да, да. Я подбежу. Да-да. Сейчас как заведем. Жесткий генраж какой-то. Я прям в шоке. Я завожу.
Он где-то рядом, но... А, там еще чей. Ой, да что ж такое, это прям... А где вы бегаете? Надо спинку дать? Ну, давай! Хорош! Господи! Что за Girl Squad? Да. А ты думал, конечно. Мы получили свое, дальше сами как было. А у тебя адрек есть теперь? Да, конечно. Рома, не тебя спрашиваю. Да как, в смысле не меня? Ты Дарина, что ли? Не знаю, спросили, а у тебя адрек есть? Ну а кто бегает тут еще? Где Бекинг? Она, мне кажется, вон там еще. А все тебе клип надо? Не-не, я на адреке, наверное. Так сойдет, ну пускай. Ладно. Да, мне кажется, вот здесь чинится. Ага, слышу. Сейчас надо жёстенько зачинить. Ой, сразу. Она скипнула? Нет. А. Ну сейчас будет адрек. 3, 2, 1. Давайте. Я открываю ворота рядом... А, Дарина открывает ворота рядом с... Я подготовилась. Я придумала. У меня есть стойкое ощущение. А можешь быстрее падать, пожалуйста, вот с этого второго этажа? Подскажите, где ворота? Рядом с Мейном и прямо фонтан, вот под здесь. А, фонтан, где хорошо. Ген был зачинен, да. Хорошо, я понял. А, блять, тут сука. Проверка на ярд будет? Проверил. Проверил, да. Нет. Нет. А ей похуй абсолютно. Ну нет. Она с тобой. Танцуй. Ты убегаешь? Ты не убегаешь. Я живу, вы за меня не переживайте. Вы поднимите Дарину. Ее поднимает Абойкина. Да я за нее успеваю. А, блять, я ворота проебал, да? Да, тут ты прямо бежит. Ну, ладно, давай. Куда? Да. Он... А! Только для меня танцует. Да.